Донбасс – индустриальный центр Украины. Однако утверждать, что это лишь край терриконов и дымящихся труб, может только человек, ни разу здесь не побывавший. Регион, где еще около 100 лет назад были лишь промышленные предприятия и скромные рабочие поселки, сегодня стал одним из наиболее развитых в Восточной Европе. За несколько последних десятилетий изменился и духовный лик нашего края. Золотые купола многочисленных соборов и храмов, доносящийся отовсюду звон церковных колоколов и лавра, венчающие собой святые горы, стали символом высокой духовности и православной культуры Донбасса. В прошлом году Донецкая епархия Украинской Православной Церкви отметила свое 20-летие. За это время проделана огромная работа, труд, который сложно оценить словами. В мае 2006 года в епархии был создан отдел информационно-просветительской деятельности, возложивший на себя представительские функции и ставший основным средством связи с общественностью. Работа отдела базируется на поиске, создании, обработке и предоставлении информации. Уникальность нашей работы в том, что мы не только говорим о событии, зачастую мы сами создаем его. Так, например, в 2011 году наш отдел стал одним из организаторов автопробега «Крым-Донбасс. Путь святителя Игнатия». Ежегодно мы участвуем в организации православных фестивалей «Искорка Божия», «Пасха Красная», «Созвучие Победы», конкурса юных художников «Православная моя Украина», а также ряда просветительских гостиных и других мероприятий. Источниками и помощниками в получении необходимой информации для нас также являются другие отделы епархии, правящий архиерей, приходские ресурсы, сайты различных приходов, а также светские средства массовой информации. Над процессом обработки и предоставления информации общественности работает ряд епархиальных периодических изданий, а также телевизионная и интернет-редакция отдела. Одной из наших главных задач является донесение информации до максимального количества людей в кратчайшие сроки. Официальной страницей Донецкой и Горловской епархии в интернете является сайт «Донбасс православный». Информация здесь обновляется ежедневно, оповещая свою аудиторию не только о прошедших событиях, но и рассказывая о предстоящих. За 2011 год на сайте было опубликовано около 600 новостейных сообщений. Здесь же можно узнать о благотворительных акциях в нашем регионе, получить информацию о деятельности правящего архиерея, справку о монастырях, храмах, святых и подвижниках благочестия, задать свой вопрос священнику и оформить рассылку новостей на свой электронный адрес. Именно благодаря такому широкому спектру услуг каждый месяц на сайт «Донбасс православный» заходит около 40 тысяч уникальных посетителей. Кроме того, в интернете создано кольцо блогов, освещающих и анонсирующих основные события духовной жизни региона. Все новостейные видеоматериалы в первую очередь размещаются на канале «Летописец ДН» видеохостинга YouTube. Чтобы охватить наибольшее количество зрителей, ссылки на них указываются также на наших страницах в сети Facebook и живом журнале. Собственные блоги в социальных сетях дают возможность журналистам и редакторам поделиться своими личными впечатлениями о тех или иных мероприятиях, а также узнать мнение наших читателей и зрителей. Здесь также публикуются ссылки на другие новости, связанные с православием в Украине и мире. На наши страницы в социальных сетях заходят около 600 человек. Среди них жители не только Украины и стран ближнего зарубежья, но и люди из Африки, Европы, США и даже Латинской Америки. За почти 3 месяца существования нашего канала на YouTube видеоматериалы, размещенные на нем, посмотрели около 1000 человек. При этом количество подписчиков, перепостов и лайков растет с каждым месяцем приблизительно на 5-10%. По
По итогам видеоматериалов за неделю, каждое воскресенье на Донецком областном телевидении выходит телепрограмма «Дорога к храму», состоящая из блока новостей и общения с гостем студии на заданную тему. Хронометраж передачи составляет 52 минуты. Сюжеты, подготовленные телевизионной редакцией, размещаются также и на других светских каналах Украины и Донецкой области. Кроме новостейных видеоматериалов, редакция выпускает телеверсии праздничных концертов, духовно-просветительских семинаров и конференций, проходящих в епархии. А также цикл передач «Преображение», биографические и документальные фильмы о служителях Православной Церкви. В 2011 году творческие работы телевизионной редакции получили высокие оценки на международных фестивалях православного кино «Покров» и «Радонеж». Активная работа ведется в издательской деятельности. Она включает в себя изготовление и распространение епархиальных периодических изданий. Это духовно-просветительский журнал «Живой родник», православный журнал для подростков «Радость моя», детский познавательный журнал «Шишкин лес» и официальная газета «Донбасс православный». Также издаются книги, брошюры, плакаты и прочая печатная продукция православного содержания. Наши журналы рекомендованы синодальным информационно-просветительским отделом Украинской православной церкви для распространения на территории всей Украины. Тираж каждого издания составляет от 6 до 10 тысяч экземпляров. Особенностью нашей работы является то, что периодические издания доставляются по всем приходам епархии, можно сказать, из рук в руки. Представители информационно-просветительского отдела лично развозят их по всем благочиниям, а также рассылают архиереям, в крупной библиотеке Донецкой области, в администрацию президента, кабинета министров, Верховной Рады, в областные и районные администрации. Общеепархиальные периодические издания тесно сотрудничают с изданиями приходскими, такими как журнал «Пособие для детей Голубка», учрежденный Детским методическим центром христианского православного просвещения в городе Красноармейске, журнал «Пособие Духовный Росток» Воскресной школы Святой Иоанна Богословского храма поселка Ремовки, приложением «Игнатьевский благовест» газете Донецкого металлургического завода и многими другими. Помимо тесной работы с приходскими изданиями, большое внимание мы уделяем сотрудничеству и обратной связи с нашими читателями. С ними ведется постоянная переписка, благодаря которой мы узнаем мнения и рекомендации по публикуемым материалам. Редакциями изданий проводятся различные конкурсы для читателей, публикуются их авторские материалы. Работа каждой редакции информационно-просветительского отдела Донецкой епархии четко налажена и крепко взаимосвязана. Выход свежих номеров периодических изданий, телепрограмм и фильмов всегда анонсируется всеми нашими интернет-ресурсами. Они же, в свою очередь, рекламируются на страницах епархиальной периодики. Взаимодействие разных видов средств массовой информации позволяет не только охватить более широкую аудиторию и разрекламировать свой продукт, но и следовать основным принципам современных СМИ – быть мобильными, интересными, познавательными. А самое главное – нести вечное Евангелие, исполняя заповедь Господню: «Шедше, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».